Глава региона Игорь Кошин поручил контролировать рынок труда в ежедневном режиме. Трудоустройство местного населения должно быть задачей номер один для целого ряда профильных заместителей. Олегу Белаку, руководителю Департамента природных ресурсов, экологии и АПК, поручено отвечать за увеличение числа вакансий от недропользователей и их подрядчиков. Сегодня в Центр занятости населения уже поступила информация о 87 свободных рабочих местах по 34 специальностям. Большая часть, почти 80%, уже зарегистрирована. То есть фактически безработные регионы уже могут занимать вакансии, предложенные нефтяниками и их подрядчиками. Среди них оператор по добыче нефти и газа, по сбору газа 4-го разряда, оператор технологических установок, оператор по исследованию скважин 5-го разряда, оператор обезвоживающей и обессоливающей жидкости и многие другие. По словам губернатора округа, главная задача сегодня – выбрать все вакансии, предложенные нефтяниками и их подрядчиками. У нас есть определенные кадровые проблемы, и мы должны в первую очередь решать за счет жителей округа, особенно учитывая ту ситуацию на рынке труда. Вот, Инна Алексеевна, вы продолжаете прямо в ежедневном режиме контролировать рынок труда, только малейшее отклонение сразу мне докладывайте. Хорошо? В сторону напряженности. Кроме того, глава региона поручил своему профильному заместителю Галине Медведевой наладить процесс подготовки востребованных рабочих специалистов, имеющих практические навыки. В частности, речь идет о получении лицензии для подготовки специалистов, необходимых региону, в том числе, которые сегодня востребованы в нефтяной отрасли. Пусть получают лицензию, переформатируются и готовят востребованные специальности. На сегодняшний день там 80 с чем-то вакансий появилось. Значит, это просьба, Олег Анатольевич, докладывайте, сколько занято непосредственно жителями округа, да, по факту. Вот. И по этим вакансиям, Галина Бориславовна, делайте уже срез и готовим, исходя из этих. Потому что я не думаю, что будет большое отклонение. Задача по подготовке и переподготовке кадров, соответствующих вакансиям нефтяников, уже поставлена перед Ненецким профессиональным училищем. По словам директора НПУ Юрия Жданова, такая работа может вестись на базе структурного подразделения училища, многофункционального центра прикладных квалификаций. И главной лицензии на подготовку специалистов для нефтянки у учреждения есть. В прошлом году профессиональное училище уже выпустило специалистов по бурению нефтяных скважин. Большая часть выпускников трудоустроилась под специальности. В начале 2017-го НПУ выпустит еще 15 человек и специалистов для нефтянки. Отвечая на вот этот запрос, который пришел от рынка труда и в частности от нефтяников, мы можем подготовить операторов по добыче нефти и газа, операторов по ремонту нефтяных скважин. Но есть ряд таких профессий и квалификаций, которые, конечно, нам будет сложнее подготовить, потому что, допустим, операторы по обезвоживанию, обессоливанию установки, оператор по исследованию скважин, это нам сложнее подготовить. Вот по этим профессиям нам сложнее, конечно, подготовить специалистов. И главная причина состоит в том, что у нас нет мастеров, которые могли бы преподавать и которые могли бы обучать. Выход из ситуации Юрий Жданов видит в привлечении специалистов, которые работают или работали в нефтяной отрасли и сейчас могут поделиться своим опытом с безработными округа. Кроме того, в ближайшее время НПУ получит лицензии на подготовку кадров по специальностям мастер ЖКХ и мастер дорожно-транспортной техники. И те, и другие также могут быть востребованы на месторождениях округа. По состоянию на 1 марта в Центре занятости НАУ зарегистрировано 621 безработный. Количество предлагаемых учреждениями и предприятиями вакансий – 291. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 3 человека на вакансию. Ирина Цепетова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».